Мы ложимся в больницу. За последний год у меня здесь скопилось очень много новеньких. Поэтому, кто не в курсе, объясняю. У меня есть дочь, ей 3 года 9 месяцев. Моя беременность проходила отлично. Никаких токсикозов. Анализы супер, на сохранении не лежало. У меня были естественные роды, родила я в срок. Девочку 9 из 10 по Абгар. Первые пару месяцев все было ок. А потом выяснилось, что у нее есть врожденный диагноз, который, в принципе, должны были поставить еще во время моей беременности. К слову, на учете я в бесплатной поликлинике не стояла, наблюдалась в платной. В общем, первую операцию ей сделали, когда ей было полгода. И после этого раз в год операция повторялась. Будет ли операция на этот раз, я не знаю. И выяснится это только после полного обследования.